Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео с вами будем смотреть очень интересный бой на карте Эрленберг. 60 тп у нас на экране. И в этом бою у меня получилось довольно-таки интересно сыграть. Было несколько хороших моментов. И в этом видео я просто расскажу свои мысли, что и почему я делал. И как до этого вообще догадался. Итак, вначале еду стандартно в центр города. Тут особо для тяжей выбора немного, поскольку на фланге на тяжелом танке ехать около бессмысленно. Слишком далеко там укрытие друг от друга, и не вернуться никуда там, не изменить направление ты не сможешь. Просто вот приехал на фланг и все. То есть фланги здесь скорее для быстрых танчиков. А середина для тяжей всяких и жирных бронированных танчиков. Приезжаем в середину и пытаемся здесь найти прострельчики по врагам. Видим по карте, что враги очень нагло и большим количеством въезжают в середину города. А наши союзники на тяжах поехали кататься по кустам. Это означает, что опасно находиться в городе, поскольку враги могут поехать нас и задавить. Это очевидно и понятно. 60 тп решил переехать реку. Нашел тут небольшой прострельчик, с вертухи попадаю. Точнее, игра попадает. Шанс был попасть, и Витя его реализовал. Итак, много танчиков слева во дворе находится. Я выезжаю, пытаюсь найти какой-то прострел. Но здесь чел на кранвагене видит по мини-карте, что я здесь вылез, и дает мне урон. Мне стрелять некуда, кранвагену в башню стрелять около бессмысленно, поэтому я не делаю выстрел, чтобы не уходить на долгую перезарядку. Вижу, что у нас в городе все довольно-таки плохо, и уже подозреваю, что надо отсюда валить. Но еще стою здесь, стреляю в 430-го, ждал максимально, сколько можно свестись. И как только он уже проезжал мой прострел, я уже нажимал выстрел, потому что позже уже он заедет, и я не смогу стрельнуть. Такая полувертуха получилась, нанес урон, и хорошо. Все, союзников здесь нет, и я дворами отсюда убегаю. Уезжаю заранее, не жду, когда враги сюда приедут, но видим, что надо было еще чуть раньше уезжать. С вертухи здесь стреляю в 430-го, он тоже дает мне плюшку. Размен в мою пользу, конечно же. Он мне дает 477, я ему даю 788. Отъезжаю не сильно далеко, потому что сзади меня находятся союзники. Там вот в К3 стоят, там в К2. Конкуэрор, там арта, еще там тяж, в общем, там еще 50b. И я стою здесь и буду от кучки встречать врагов. Буду их на себя вытягивать, а если на меня кто-то вылезет, то сзади тяжики меня прикроют. Получается, что на меня вылазить довольно-таки опасно. Во-первых, я сам довольно-таки бронированный, имею много хп, и у меня большая альфа. Поэтому, чтобы меня забрать, придется потрудиться. Стреляю здесь в НЛДЕ3, он не пробивает. Я от бортика выезжал. И теперь откатываюсь за укрытие. И чтобы врагам выехать на меня, им нужно подставиться под моих союзников сзади. Они уже боятся. Я один, их много. Но боятся они, а не я. И они теряют очень много хп, а пользы никакой так и не сделали. Сюда еще там арта, вы видели, стреляет. Танчики с разных сторон. И 705 решает выехать. И выезжает как попало. Боком, там ни ромбом, ничем. Просто вот поехал, сделал выстрел, не нанес урон. И покатился куда-то и сдох. Слева 430 нанес мне урон. Но, в принципе, это довольно-таки дешево для меня было выиграть против такого количества врагов.
Еще Е3 ошибается, боком выкатывается. В общем, тут враги на ошибках слились очень хорошо. И последний 430 умирает. Впереди по карте светился 430У. И некуда стрелять, он за трупиком был. В принципе, мы выиграли центр города. Точнее, мы отбили атаку из центра города. Там еще в центре И7 остается, и 430У. А большой натиск от кучи врагов мы выиграли тем, что откатились за укрытие и создали себе такой замечательный момент, где врагам нужно было выкатываться на меня, чтобы пострелять. А чтобы пострелять в меня и выкатиться, надо еще получить от союзников, которые стоят за моей спиной. Это было очень больно, и все враги рассыпались. В принципе, вот такой вот первый момент в этом бою, основополагающий. Сейчас у нас будет просто такая вот небольшая позиционочка. У врагов арты уже нету. Там продавили наши СТшки, ЛТшки фланг. И арта сдохла. Здесь, возвращаясь на базу, чтобы СТшки нам тут нигде не проехали, не заехали в корму, стою просто вот, стреляю по засвету. 90-ик у нас тут светит, ЕБР-90. Я стою, жду, когда кто-то засветится. Вот вижу, что у нас ТВП светится. Стреляю с вертухи, потому что пока я тут буду отъезжать, заезжать, переезжать и разворачиваться, в принципе, уже почти заряжусь. А ТВП, скорее всего, все равно заедет в укрытие. ТВП на КД, поэтому выезжаю жопой, потому что просто был так повернут. ТВП мне ничего не сделает, потому что он все равно КД. Выезжаю, добиваю в борт 54. У нас остается в углу ТВП, где-то там Т-49 слева. Я здесь выкатываюсь, лампочку ловлю, понимаю, что ТВП до сих пор там стоит, клацаю на мини-карту, чтобы ЛТшка тоже это понимала. И здесь где-то стоит ТВП, пытаюсь что-нибудь там наразглядывать. Если он стрельнет, то, скорее всего, засветится. Я просто сразу туда уже сведен, чтобы стрелять ему в ответ. Можно было еще лампочкой проверить, где он именно стоит, чтобы знать прям наверняка. Я решаю тут слева деревья навалить. Может, Т-49 где-нибудь засветится. Но у нас ЕБР поехал вперед. Засвечивается ТВП. Надо дать ему плюшку, что я, в принципе, и делаю. Раз ТВП уже светится, он закатывался за укрытие, сводиться времени не было, поэтому эта вертуха наконец-таки залетела. И получается у нас, что ТВП там поехал на перезарядку в кусты, в яму. Ехать за ним, в принципе, можно было бы, но сбоку Т-49 мог засветить, ТВП быстро зарядился бы, и я мог бы там и сдохнуть, поэтому вперед ехать на ТВП нет смысла. Еду в середину города, поскольку, скорее всего, по моим расчетам, 50 ТП, там Т-100ЛТ, Т-49, они, в принципе, должны нас зажимать в углу карты. В принципе, так все и было, но мы каким-то чудом в этом бою разминулись. Они действительно поехали нас зажимать на нашей базе. 50 ТП поехал в атаку, но я каким-то чудом через левую часть города проехал на вражескую базу, а враги через правую часть города умудрились проехать на нашу базу. И получилось так, что мы даже друг друга не увидели, разминулись. В конце боя из-за этого получится еще один интересный момент. А пока что я просто жду, вдруг они поедут вперед, потому что, ну, кроме как зажимать нас на базе, больше в этом бою нечего делать. И жду, когда поедет 50 ТП вперед, но его все нет и нет. Видимо, в этот момент, когда я жду, он переезжал реку на правую сторону, на мою. Подъезжал сюда вот к домикам куда-то. А потом, после того, как он проехал, я поеду на ту сторону. И таким образом мы разменемся и не увидим друг друга на центре.
решаю, что все, пора уже ехать вперед. Остается 4,5 минуты до конца боя. Чекаю на лампочку, стоит там в кустах кто-то или нет. Никого нету, поэтому решаю, что пора уже ехать на вражескую базу. Видимо, если они не приехали нас тут душить у нас на базе, значит, они остались где-то у себя. Бывает такое, что там много шотных врагов. Они зажимаются у себя на базе и просто стоят, ждут. Тупо до упора стоят на базе и ничего не делают. Я подумал, что они, видимо, все шотные, поэтому сидят у себя на базе. И вижу, что Т-100ЛТ слева. Видимо, там где-то 50 ТП тоже на базе сидит, Т-49. И ТВП, возможно, тоже вернулся. Но на самом деле все произошло так, как я только что рассказывал. Мы просто на центре разминулись с 50 ТП и проехали мимо друг друга. Я аккуратно здесь прочекиваю все, что тут есть, каждый поворотик, чтобы не получить большую альфу от 50 ТП и не остаться шотным. Там еще где-нибудь залетит какая-нибудь плюха Т-49 или барабан ТВП, и в принципе я могу уже и закончиться. Но мне не надо. Смотрю, что здесь никого нету, и понимаю, что можно спокойно ехать. Прям чувствую, что здесь вообще просто никого нет. Подъезжаю вперед, решаю поехать через лево. Может быть, Т-100ЛТ будет назад отъезжать, или 50 ТП сзади стоит и прикрывает свою ЛТшку. Но на самом деле здесь вообще нет никого. Вижу по мини-карте, что 50 ТП засветился, Т-49 засветился, Т-100ЛТ светится. Остается только ТВП, который там был у нас тоже на базе. Становлюсь на захват. Чтобы захватить базу в стандартном режиме, нужно минута 40 времени. У меня времени предостаточно. Вижу, что ТВП поехал в атаку, убивает нашу арту. И остается у нас 3 тяжа. 50Б и Conqueror убивают ЛТшечку. ТВП становится на захват, судя по всему. И Т-49 поедет сбивать базу. И вы посмотрите, что я уже представил, где будет выезжать Т-49. Как я это сделал? Этот бой был на стриме, я просто угарнул с этого момента. Я представил, что я играю на Т-49, и представил, что в то место, куда я сейчас целюсь, там будет удобнее всего сбить с меня базу. Там можно выехать вокруг базы, типа заехать мне сзади, и от башни выехать, стрельнуть, сбить захват. И что мы видим? Т-49 реально приезжает именно туда. Сбить с меня захват, но я не попадаю. Он не стал стрелять. Он играет на фугаснице своей кривой. Прячусь за домиком. Я уже зарядился. Он стреляет мимо, я его убиваю. Такой вот смешной момент в том, что я просто знал, где он вылезет, хотя он еще только планировал и ехал, а я уже знал, где он. И в этом моменте было довольно-таки прикольно, что он туда и приехал, где я и представил. Здесь меня захват забивает, остается минута до конца боя, подъезжаю ближе, 50 ТП тоже ехал базу сбивать. Я его засвечиваю, стреляю, сбиваю гусеницу без урона, ну в принципе... Сейчас я просто ему нанесу урон, а 50Б на своем быстром танке приедет, его доберет. Вот такой вот бой, на мой взгляд, довольно-таки интересный. Да, он, конечно же, длинный, нестандартный бой, как сейчас, по 2,5 минуты, но в него влезло целых 2 интересных момента. Первый момент, когда я вытягивал на себя врагов, и меня союзники сзади хорошо прикрывали. А второй момент, когда я угадал, где Т-49 будет сбивать базу. Вот такой вот интересный бой. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока.